ждем маршрутку. А, ну все, отлично. Ах ты! Я не хотела. Наконец-таки на месте. Смотрите, какие красивые цветочечки. Красиво. Завон очень тем. Уютные номера. Завон тем. Или домики, да? Это ж домики? Так красиво цветут. В общем, давайте я вам покажу, где мы заселились. Это дворик. А тут мы живем, получается. Жуфина. Вот что я взяла. О, боже! Шампунь не поместилась, да? Но в то же время дождь идет. Шли на пляж, а они решили поиграть. А пляж вон там. Пошли, Михри. Мы с тобой газы выпустим. Очень красивый, да? У них пляж. These canals, it seems, they all go in circles. Places look the same. And we're the only difference. So when I see your hair, it's covering my view. I'm holding on to you. On a bike with hide until tomorrow. Можно в Майнкрафт. Время 7 вечера. Мы пришли
поплавать, а тут волны, оказывается. Поэтому... Миха сейчас идет тестировать воду, холодная или теплая. Рядом. Скажи привет, Михи. Привет, Михи. Отдыхаем. Что мы делаем в 12 ночи? Конечно же, кушаем, да? Да, печенье сладкое. Оказалось, ты мороженое доела? Да. Но я не наелась. Не претендуй на моё. Всем доброе утро. Сейчас идет дождь, я иду на пляж. Ну, планировала искупаться, посмотрю, как дела обстоят. И с утра ем мороженое. Кажется, в горах был снег. Вот тут они уже белые. И страшно холодно. А вон тот мужчина со вчерашнего дня пытается поймать рыбу. Хотя не со вчерашнего дня, наверное, потому что мы только вчера приехали. А он, наверное, тут уже много дней не ловит. Дождь собирается. Блин, я реально боюсь собак. Я боюсь к ним приближаться. Они утащили мой джемпер. И смотрите, что с ним теперь. Это был единственная теплая вещь, которую я пронесла, чтобы надеть. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну я. Они сказали, нас поздно лечить, нас поздно искать, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Мы играли в тайного ангела, и мой ангел мне подарил сегодня айс-латте. Это было так неожиданно и приятно. Просто спасибо большое. Смотрите, вишня до сих пор есть. Не видно на телефоне, но она есть. Вы только посмотрите, сколько сливов. Мы как... Люди дикие набрали. Мы сейчас наберем пару мешков, отобьем стоимость проживания. Да. Тут растет помидоры. Смотрите, какие большие. Сегодня последнее утро на Иссык-Куле. И дождь идет. За то время, что мы пришли, погода, мне кажется, только несколько раз была солнечная. А так все дни шли дожди. Вот. А я сижу вот так. Хотела искупаться, но вода была очень холодная. Поэтому я просто наблюдаю за видом. Дай комментарий, как вода проходит.
Я защищаюсь от мух. Они везде. Может, окно откроем? Улетят. Ай, тут сетка. Они могут только залететь сбоку. Дверь? Вряд ли они улетят. Дверь? Ну, они на холод, наверное, не вылетят. Они же умные. Не, на холод они. Я бы не вылетела. И семья. Лишь бы не залетели, пока я туда. Быстро. Все, пошли в жопу. Они над тобой летят. До сих пор летят. Они тебя ищут. Пока не задохнусь, не вылезу. Я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей.